Всем доброго утра, Санёчек. Ты вообще в капюшоне, тебе холодно? Ветерок поддувает, да? Да. А мы сейчас направились в медцентр. Что Ника начала кашлять. Хотим сдать анализы и попасть к педиатру. Так, Аля? Потому что не знаем, что делать, оставаться здесь или возвращаться домой. Ох, это в горло. Я говорил, кто-то... уже поехали. Не, ну... Сейчас пробки станут, что будем 3 часа выезжать. Нет, пробки не станут как раз. Нормально будет. Мы с города, с центра. Ох, в гору уйдем, да, Сашка? Я аж запуталась. Может, пришли? Вот сюда. Заходите, девушка. Смотрит телевизор. Девушка наша, да? Сходили мы к врачу, сдали анализы. Опа, соска улетела, да? Ой, каша, какие сопли пошли. О, Ника. Да, капец, да что это у нас за болячка сплошная, ходячая? По ухам слышно боль, они с обеих сторон. Но больше, ну там, значит, идет бронхит с одной стороны, а с другой идет. Итак, ребятки, у нас не очень хорошие новости. У этой малышки, что, папа? Да, что, все нормально у нас. Мы поняли, что у нее все как у Арсения протекает. Как у Арсения. Арсений номер 2. И вот почему она так болеет. Это даже, возможно, от бронхита. Аллергическая. Просто вот если такое кажется, что это как воспаление на начальной стадии. Надо просто сразу этот вот... Мы не взяли с собой, и небулайзер называется. Это, короче, ингаляция по-простому. Надо делать с пиродуалом и все. Чтобы у него бронхи и раскрывались. У нее. У нее, да. Ну, я уже, как я говорю, как у Арсения, поэтому говорю, как у него. Одним словом, брат и сестра очень похожи. Вот сейчас Сашка, вон, смотрите, стоит. Я пошел сфотографировать вот эту немую бочку, короче. Сфотографировал, сейчас ждет на красном свет. Ждет зеленый на красном свете. Будем сейчас двигаться дальше. И планируем сегодня выезжать домой. Хотели еще погулять, но Ника нам не дала, можно так сказать. Сейчас мы зашли позавтракать в шоколаде. Традиционный завтрак. Потому что, как говорится, нефиг ехать на голодный желудок. Конечно. Спешить сильно не будем. Но вообще планируем до Бреста или до Минска? Я планирую до Бреста, но... Коля хочет до Бреста притянуть. Надо сначала с Москвы выехать. Да, с Москвы главное сейчас выехать, ты прав. Потому что Санек, как где дела? Дорога была зеленая, а сейчас уже красная. Надеюсь, что мы быстренько выйдем. Принесли нам покушать, мы помлим. Что-то взяли? Сейчас Сашка, круассаны, наверное, вообще кушали, да. Вообще похоже принесу вам круассаны, блинчики. Приятного аппетита всем. Сейчас мы приехали в торговый центр, хотим погулять немножко. Ой, кто там кашляет? Пока мы ехали, смотрите, ребят, какие лужи налило. Но сейчас стало только прохладнее, было очень жарко. А сейчас само то. Стало кайфовать хочу. Кайфовать, Саша, хочу говорить, кайфовать. Никушка, идем погуляем? Может, что-нибудь купим интересное тебе? Да. А, вот тут такие лужи. Сейчас, ребята, мы зашли. Думаем, Софике рюкзачок купить в первый класс. Какие-то не очень такие. Мне такой не нравится. Ника, как тебе там рюкзаки? Сидит такая. Мы с папой пока выбираем. Папа, как тебе вот такой с мухой? Колхоз. Колхоз, мне тоже кажется. Вот здесь, если что-то. Здесь. Давай посмотрим. Это практично. Оторвется и все. Эти не, тоже, я... видишь, они отлепливаются. А, нет, для нашей Софийки не надо, нельзя такое. Оно потеряется и будет белое. Да, и белое будет грязное. И то же самое. Ой, извини, заяц. Цветочками. Вот это вот нравится. Поцарапается, да? А вообще такое ничего. Да, царапаться нет. Видишь, она да, любая. Я уже вижу, нет. Такой, вот, такой смотри, не вот. Очень. Классный, гладкий. Это же вполне может быть. И нету ничего этого левого. Открой, если хотя бы 20 секунд есть, то можно взять. Смотри, прикольно, он внутри больше, чем кажется. Реально классно. Тут она тетрадки положит. И сюда что-то можно положить. И тут даже форма спортивная влезет. Слушай, давай такой возьмем. Как тебе? Ну, что такое? Он, походу, один остался такой. Последний. Этот некрасивый. Ну, вроде без всяких царапин, без ничего. Тут чуть потертая такая.
Это у нее при первом падении там или походе. Мне в школу, такой нравится. Такой очень классно, розовенький, зелененький, такой приятный все, цвет. Возьмем. Давай, все, берем. Короче, подарочек. Подарочек из Москвы. Из Москвы, да? Да, взяли. Взяли, Ника? Взяли? Я только проснулась. Видишь, Хогвартс кто-то купил. Кто-то кому-то нравится Хогвартс. А вот тут, кстати, еще и другие. Подожди, папа, подожди. Подожди, мы здесь не видели. Такая балерина. Смотри, коты такие есть. Вот такая есть. Черный, интересно. Черный с розовым. Такой черный с розовым. Как тебе? Для девочки черный с розовым. Кстати, это одинаково по виду они. Праздник. Очень похожи. Надо идти. Ну тут еще спинка отстегивается и тут. По мне черный прикольный, но я думаю. Этот вообще легенький. Да? Вообще легенький. Этот тяжелее. Блин, а что такое тяжелый? Но. Ей так тяжело-то. Ладно. Это, наверное, для детей постарше, я так думаю, просто. Ника, мы здесь. Вообще Гризли. Тоже прикольные. Это тоже какие-то, мне не знаю, мне вот эти вот все. Ну, я просто боюсь, что они поотваливаются. Они просто так тиранет где-то там. И тряпочка промок, все правильно. Протер, все, все. Окей, вот вот уговорил. Все. Уговорил меня папа. Все, красиво. Сразу за новым идем. Все, все правильно, все. Все, отлично. Я согласна, так, мне понравился. Куда? А вот и памятник князю Владимиру, который крестился. Большущий. Какой красивый вид. Впереди авария в среднем ряду. Алиса, помолчи. Смотрите. Кремль. Собор. И вот в самом центре вот Кремлевская стена.